Коктейльные права. Перевел Роман Синицын, озвучил Иван Гончаров. Специально для группы ВКонтакте Клаб 1.2.6.1.2.7.8. Еще заказ? Отлично! Готово, Спэт? Пора перевернуть еще один горячий крабс. Что? Двойной молочный коктейль? Да уж, давненько я их не взбалтывал. Заказ готов. Ваш молочный коктейль. Стоп! Чуть не забыл. Вишенка на украшение. Пейте, сэр. Двойной молочный коктейль. Наслаждайтесь. Это выглядит восхитительно. Он же замерз. Вот черт. Как же мне его пить? Коктейль отвратителен. У тебя нет, наверное, коктейльных прав. Коктейльные права? Они у меня есть, видите? И их срок истек 7 лет назад? Срок твоих прав истек 7 лет назад? Возмутительно. Верните мне мои деньги. Не стоит делать того, о чем вы будете жалеть. Знаете что? Возвращайтесь завтра, и Губка Боб сделает вам лучше. Ладно, до завтра. Куда мы едем, мистер Крабс? Назад в школу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Приехали, малыш. Коктейльная академия. Но предупреждаю, технологии и ноу-хау приготовления изменились. Я вас не подведу, сэр. Смотрите, там, наверху. Он же не раскрыл парашют. Больно, курсанты. Добро пожаловать в Академию. Я ваш инструктор, капитан Фростигман. Не стоит вам маяться дурью, ребята. Ваша мамуля не сотрет сливки с ваших подбородочков, а я не собираюсь разгибать вас, как соломинки. Моя единственная цель — превратить вас в любиков, крутых, холодных, приятных на вкус и умеющих готовить коктейли, ребят. Но вы должны доказать, что вы достойны этой цели. Ты считаешь себя достойным, курсант Боб? Да, сэр. Достоин и готов. Ясно. Первая тренировка будет легкой. Что это такое? А, это просто. Это лопаточка для мороженого. Отставить. Это, курсант Губка Боб, называется ковш. Самое важное оружие в арсенале коктейльщика. До основы, я вижу, ты не дотягиваешь. Посмотрим, на что вы способны. Курсанты, занять позиции. Что-то тут как-то непривычно. Ну, надеюсь, я скоро привыкну. О, нет! Фантастика! Моему рту вкусно и приятно. А, у Губки Боба какие-то проблемы. Опять. Эй, ты, объясни, что он сделал не так? Сэр, да, сэр, сэр. Он нажимает на кнопки на верхней панели, сэр. Все курсанты знают, что все основные кнопки, рычаги и функции на нижней панели, сэр. А, точно. Глупо я. Мистер Крабс был прав. Сейчас все по-новому. Хорошо. А каков он на вкус? По-моему, надо вернуться к основе. Слушай сюда, курсант Губка Боб. Если хочешь делать коктейль, тебе придется узнать, каково приходится мороженое.
Любуйся, симулятор коктейля. Забегай быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чтобы преподать этому выскочке урок, я ставлю на режим взболтать. Ну, сэр, еще никто не выжил при взбалтывании. Молчать. Пусть он выучен, курсант. Посмотрим, что получилось. Было весело. Можно мне еще раз? Никогда. В течение моих 20 лет преподавания я не обучал необучаемого дебила. Курсанты, вы случайно не знаете, как обучить курсанта губку Боба? Да, вы и Коралл бы обучили, сэр. Я вам покажу. Покажу, что умею делать коктейли. Когда вы пришли ко мне буквально 4 часа назад, вы были просто кучкой незнания. Но теперь вы стали гордыми, сильными, коктейльными мастерами. Это великая честь для меня вручить вам коктейльные права. Получите и распишитесь. Боюсь, коктейльные права закончились. И знаешь почему? Принтер краска кончилась? Нет, просто фильм. Прав больше нет, потому что ты их не заслужил. Как так? Сейчас увидишь. Видимо, он как-то связан с тем, что ты не выполнил шаг номер один. Заполнение стакана мороженым. Нет, капитан Фростингман, я справлюсь, дайте покажу. Я знаю, что смогу. Нет, дай я покажу. Надо приблизить стакан к спиральке. К спиральке. 20 лет назад. Молочный коктейль. Боже, мне не терпится попробовать ваш новый коктейль, сэр Фростингман. Это вы еще мой фирменный не пробовали. Нет! Что такое, капитан Фростингман? Я уже 20 лет не делал коктейли. Никто не громовержит. Я застрял. Смесители. На помощь! Капитан Фростингман! Ай! Моя рука! Не бойтесь, сэр, я иду. Поймал вас. Спасайся, малыш. Я уже не жилец. Нет, я вас не оставлю.
Спасибо, Губка Боб. Знаешь, еще никто со мной не обращался с такой добротой. И в ответ... Я бы хотел открыть тебе секрет. Все эти годы я знал, как готовить коктейли, потому что опыт находится внутри. Ты меня понимаешь? Не совсем. Один коктейль на подходе. Ты искупил вину, Губка Боб. Это лучший коктейль из всех. От кого ты этому научился? От меня. И в свете недавних событий, Губка Боб, я бы хотел вручить это. Коктейльные права. Вот здорово, здесь есть рабочий.